Вот так яркими выступлениями встречают танцевальные коллективы участников первого спортивного фестиваля «Черноморские ракушки». Волейболисты из 10 муниципальных образований Краснодарского края и одна команда из Казахстана прибыли в Анапу, чтобы испытать свои силы в классическом и пляжном волейболе. Анапа – это город волейбола. У нас очень богатые волейбольные традиции. Традиционно команды города Анапы – это одни из лучших команд в Российской Федерации по волейболу. Поэтому сегодня мы проводим этот фестиваль для развития волейбола в нашем городе. Мы рады, что на призыв провести этот фестиваль откликнулись много городов. Прежде всего, конечно, Краснодарского края. 10 команд из Краснодарского края. Команда из Казахстана приехала. В общей сложности более 200 участников у нас сегодня первого нашего фестиваля. 15 тренеров, судейская коллегия, волонтеры. В общем, это усилия большого количества людей, которые любят волейбол. В соревнованиях участвуют юноши 2006-2007 годов рождения. Воспитанники Анапской спортивной школы номер 10 в числе фаворитов турнира. Ребята тщательно готовились и рассчитывают войти в тройку победителей. Мы рассчитываем, что мы хотя бы займем 3-2 место. Мы готовились очень сильно, упорствовали, тренировались по 2 часа, не как час 30. Старались очень сильно. Думаем, что займем 3-2 место. Чтобы воплотить этот проект в жизнь, была проведена колоссальная работа. В поддержку фестиваля выступили предприниматели, депутаты городского совета, известные спортсмены города. У нас открываются все новые и новые фестивали. Независимо, сегодня у нас волейбол, пляжный волейбол, классика. У нас и другие виды спорта, в общем-то, включаются активно для того, чтобы детям создать все больше и больше новых условий. И чтобы действительно подрастал у нас спортивный резерв, более качественный. Соревнования продлятся до 7 мая. В этот же день будут объявлены и имена победителей. Руслан Душевский, Анапа регион.